Доброго времени суток, поклонники бокса. Третий ролик сейчас. Наконец-то встало все на свои места. Бивол и Альварес после интервью, которое дал и Машьянов, тренер Бивола. Ну и сам Бивол по поводу самого поединка, по поводу Канело Альвареса как боксера и по поводу программы подготовки к поединку, по поводу того, открыл секреты не только как они готовились, а план на бой и в какой манере нужно было биться с Альваресом. И так как все встало на свои места, ребята, и поэтому опять мы с вами были правы на 100%. То, что в чем были правы? В том, что как нужно побеждать боксеров, таких вот, как Канело, да, с давлением, как мы уже поняли, с не очень хорошим блоком. И основную цель этого ролика, ребята, преследует то, что я хочу тренера Машьянова сейчас похвалить, потому что в каких-то поздних роликах, ранних роликах, я его принижал. Но, ребята, вы должны знать и не обижаться, то, что друг не тот, кто облизывает вас с ног до головы, как это делают недоблогеры, да? Лижут, а потом, когда тяжело, отворачиваются и бросают вас. И еще помогают утонуть, если вы попали в болото, еще помогают сделать так, чтобы вы еще и утонули побыстрее. Но когда человек критически относится к другому человеку, говорит все его недостатки, то в данном случае вот наш канал и я, это значит с той целью, чтобы помочь другому или тренеру, или боксеру, или бойцу. И умный боксер, умный тренер, да, поймет, зайдет, потому что ролик-то про него, любому человеку интересно про себя послушать. И себе намотает на ус. И сделает выводы. А действительно может все именно так. Возьмет, выйдет в ринг, скажет тренеру, тренер скажет боксеру. И опираясь на какие-то еще другие поединки, поймет, что это так. И внедрит это в свой тренировочный процесс. И отсюда, конечно, получится определенный вывод. Вот, допустим, раньше был Ломаченко, да? Папа, мы тоже его не то что принижали, а критиковали, ребята. Критика и принижение – это две разных вещи. Критиковали, когда Василий, помните, уже начал показывать такие бои, мягко скажем, не очень хорошие. И после того, как он изменился, то есть знаем уже все прекрасно и доказано то, что наш канал он смотрел, правильно? Такая история была, не буду я сейчас вспоминать, она всплыла из-за чего. Благодаря этому человеку, который отрицательный персонаж, и вот эта история всплыла, мы узнали то, что люди смотрят, люди пользуются, и увидели, как меняется боксер. И посмотрите, как бой Коми и Ломаченко. Совсем другой боец и совсем другое зрение. То есть люди присматриваются, люди смотрят. То же самое Машьянов, извиняюсь. Я путаюсь, поэтому не обижайтесь. Не со зла. Машьянов. Сейчас я прям допишу. Так. Смотрите, то же самое. Критиковали. Любительская манера. Вот этот челнок никому не нужный. С хорошими боксерами, профессиональной манеры, как Бетербиев, Альварес. Не вывезет. Будет тяжело. Потому что моменты уже были такие, как Максим Дадышев, помните, да? То же самое было. Предупреждали, критиковали. И что мы увидели сейчас? Наша критика не прошла даром. То есть в последнем интервью мы увидели, как готовился Бивол. И говоря то, о чем я, ребята, говорю всю свою, не только тренировочную базу, не только в тренировочном моменте, да, со своими друзьями и вам, а за все время нашего продвижения, нашего канала. То есть, как нужно работать. Не уходить, не сайдстепы, не убегать. А все прекрасно знаете, блок, давление, блок для чего? Чтобы обезопасить себя от ударов. Если блок слабый, как вот у Канело, да, то все,
давление сразу прекращает существовать. И что мы видим в тренировочном процессе? То есть бойцы из любительской манеры, вот этой попрыгунческой, начали тренировать профессиональную. То есть дистанция хорошая, потому что дистанционная работа у Бивола на высшем уровне. Ну, не только у Бивола, у многих боксеров. У Гвоздика тоже была. Вот, у всех чемпионов дистанционных, любительская дистанционная манера, она хороша. Но чтобы побить Канелу, чтобы побить там еще бойцов вот в этой манере, в давлении, да, на ближней дистанции, они что сделали? Они наняли боксеров, они сказали им, чтобы вот дословно как бы, чтобы перли на меня, ну как он говорит, чтобы перли на него, били его, отбивали руки, отбивали корпус, вот это все надо набивать. Помните, что мы говорили? То же самое, ребята, это я к чему говорю, кто занимается боксом, становитесь с блоком, чтобы вам отбивали руки, чтобы набивали пресс, набивали блок. Вот это отбивание, само оно и подразумевает вот эти действия. И когда один боксер, второй боксер, вот то, что делал Бивол, значит, они поменялись. И смотрите, план на бой Машьянова был очень правильный. На 100% это сдвинуть соперника, вот дословно, столкнуть соперника, упереться. И там, ну, такие слова уже, знаете, не очень правильные. Ну, человек возбужден был и заслужил это, как бы, возбуждение, да? Бить как собаку, столкнуть так как, ребята. К тебе боксер, говорит, поднялся со среднего веса, маленький боксер, то есть ты большой, и ты должен бить, давить, сталкивать. Вот эти основные моменты, которые нужны, вот уже это не я, я тысячу раз твержу, уже и, видите, Машьянов твердит, уже все твердят, уже нужно перестраиваться. И вот Абдулаев, да, с блоком, тоже наш боксер. Вперед двигайся, на ближнюю дистанцию заходи. И отрицательный момент. Вот смотрите, Ананян и Матиас. Второй бой. Первый бой сдвинул, да? Не дал центр ринга, сдвинул с центра ринга, затолкал, замял, забил. Вот все, что надо, то, что нужно делать с агрессорами. Но во втором бою, что у нас Ананян делает? Помните, нет? Он отрабатывает сайд-степы, какие-то заходы, какие-то приемчики, какие-то левый прямой, правый боковой. И вот вам результат. То есть тренер не понял вот эту манеру. То есть тренер на работе Ананяна, на своей работе, не на тренерской, а на своей, он решил попиариться, и вот вам, пожалуйста, результат. Но каждый боксер, ребята, должен еще думать своей головой и творить. Вот Машьянов, смотрите, он что говорит. Машьянов, извиняюсь. То, что я ему сказал, да? Дави, толкай, что-то мы отрабатывали. Но в основном боксер, он уже лучше. Вот так, такой боксер такого уровня, он уже лучше всякого тренера должен понимать, что ему надо. Вот сказал тренер, тебе нужно сдвинуть. А как это сделать? Бивол уже должен понять. То, что нужен блок, да, для того, чтобы рядом находиться. Помните, да, когда уперлись голова в голову. То есть, ну, Бивол это отрабатывал, а Альварес это не отрабатывал. Почему он не отрабатывал? Потому что, ну, вот как мне в комментариях ребята пишут, а что такое с Альваресом, у него были опущены руки. Это, ребята, причина того, что, опять, не я говорю, в этом ролике ничего моего нету. Как бы люди говорят, а относятся просто, а совпадает с тем, что, чему учу вас я. Боксеры в каком-то, забыл как его, Кармазин что ли. Главная, ребята, ошибка, то, что Альварес набрал вес и перешел не в свою весовую категорию. Ни техника, ни тактика, ничего. Просто вот люди, которые занимаются, и я знаю, что вот по килограмму даже на ноги навешиваешь по полкило, и все, сразу становишься другим боксером. Вот это главная была проблема, не освоил свой вес. И в интервью с Димой, когда его спрашивали опять, не я говорю, а потому что, ну, хейтеры, у нас же есть хейтеры, ребята, чтобы не придирались ко мне, я их все равно блокирую, ну, дураки, зачем на канале? То, что Дима сказал, то, что боец это высокого уровня.
самого высокого уровня, чемпион четырех весовых категорий и в среднем, и абсолют в среднем весе. Не у каждого такое, ребята, есть. Поэтому за это нужно уважать. И то, что делает Канело сейчас, пытается сделать что-то большее, но ему не позволяет рост, ему не позволяет его, ну, конституция человека. Она не позволяет, но он пытается это сделать. Его не нужно за это ругать, хаять. Его нужно просто за это благодарить. Потому что другой боксер, любой, возьмите любого другого боксера в среднем весе, это никогда не будет делать. Даже супер среднего веса, видите, только этот Колумб Смит сейчас туда зашел. Ну, у того вообще 1,90 м, там как бы без вариантов ему в супер среднем находиться. Поэтому, ребята, вот такие дела. Подведем черту. Мышьянов понял, по какой манере надо работать. Молодец. Исправился. Уходит на пенсию. И пусть знает, что наш канал приветствует его. Приветствует его за то, что он умный тренер. Не просто тренер по шаблону, а понимает, что нужно сделать с тем боксером, который на тебя давит. Так, Мышьянов понял это, да? А Дима Бивол это воплотил в жизнь. То есть тренировками, да? То есть вот этими нападками на себя. Как бойцы постоянно на него прут, бойцы постоянно его бьют. Он с блоком стоит, принимает, пытается удары на себя. И как любой боксер, вот Канело, да, встретился с тем, что его передавливает. Встретился с той силой, которая сильнее его. А сильнее его, потому что вес другой. Пытается столкнуть, не столкнет. Пытается упереться, а тут не убегают, а упираются. Поэтому, ребята, Мышьянов как бы уходит, как бы сказал, уходит на пенсию. Ну и, в принципе, он свою миссию сделал, ребята. Он продвинул нашу мысль через себя. А так как он через себя это продвигает, больше людей будут это смотреть и слушать. А значит, наши боксеры, я надеюсь, посмотрят, послушают интервью и поймут, кто вот на боевую провинцию смотрит, и все сопоставят, и поймут, что нужно делать в боксе. И тогда мы уже будем, ребята, на ставках. Кстати, чуть не забыл сказать, кто не знает, в Телеграме ставочки делаем. Свои ставочки я выкладываю, в чате обсуждаем, вместе зарабатываем, заявочку подаем, заявку я рассматриваю, и в Телеграме есть ссылочка на чат. Там, значит, умные люди, ну как, взрослые люди, адекватные люди, никто не ругается, не кричит, ну и помогаем друг другу выигрывать какие-то деньги. Все, всем удачи, друзья. Не забывайте подписаться на наш канал. Тогда ваши боксеры будут лучшие.